Бонжур. В данном видеоролике я хотел бы провести расследование, какие люди обитают на 10 ММР и на Hype ADS. Сравнить, какое комьюнити в Доте существует и показать это вам. В первую очередь мы идем на 10 ММР. Интересно, что происходит в данных джунглях. Ребятишки, на днях в Доте вышел Battle Pass, добавили личность анимешника, Бэйби Инвокера в новых шмотках, это халявный Dark Artistry, и Аркану на красивую фантомочку. А вы знали, что эту красотку можно заутать, не донатив 10к рублев? На Epic Loot уже вышли кейсы, где ты можешь выбить все приколюхи с компенда намного дешевле, и помимо ты можешь выбить сам боевой пропуск. А попытать удачу ты можешь по моей ссылке в описании. Делая это, ты помогаешь развитию канала. А введя мой личный промокод джунгли, получишь 15% пополнения баланса и 17% к удаче. Если ты понял, о чем я. Вот и у нас пизда, бля. Ну я бы начал просто бежать в миде, остановился бы где-то на полдороги и все. Да, я понял. Можешь кто-то репостить? Да, я понял. Так, я через минутку гоняю за рунами. Сейчас отлично будет. Красава. А что тут он делает? Забивайте. Сейчас веду к цену. Джага, пиздец, нахуй, ты чё здесь, ты дурак? Я добью, если ты его набьёшь. Убивай. Блять, это рофл какой-то, ну что это, за что? Нет! Не хотите инвокера забрать, у меня досты есть. Давай, залети в него. Ты летишь? А куда я чардж нажал? А чё за хуйня? Лоханулся. А, блять, у меня кнопка чата забинджена, блять. Сука, я долбоёб. Сейчас, погодите, мне перебиндить срочно нужно. Вроде норм. Начинайте, я влечу потом. Я один буду ходить, блядь. Да, сейчас он вот умрёт, забей. Что, блядь? Как чардж сменился? Мою. Сука, ну заебала эта дропка нахуй! Нахрена ты это сделал? Сын говна. В смысле, блядь? В смысле? Что, блядь? Они в трон нахуй прошли? Нас снесли, блядь! Спасибо Джаггернауту и Течису, просто два года, блядь. Спасибо Джаггернаут! Пошёл ты нахуй! Какой ульт нахуй? Почему? Лохи, блядь! Одни лохи, сука! Нахуй. Сам ты, блядь, клоун, заткни свою пасть, блядь. Как вы понимаете, можно сделать вывод, что на 10 ММР обитают добрые веселые люди. Но что же будет на 7000, когда зайдет такой, как я, имея на мэне 5500? Но у меня, конечно, мид вообще не из легких. Он тут трап уставил сейчас, если они смогут задоджить. Да, прочитано, в принципе. О, гоу, давай. Я тут. Давайте их убьем, я сейчас подойду. Нормально. Ой, ТП, мид.
Нормально. Нормально. У меня тут поселился паразит. Фармит рядом со мной. Делим пополам. О, вон тут дружок его. Ага, ага. Я считаю, божественный дрим. Его тоже. Как мог. Отлично, вообще хорошо. Хорошо, хорошо. Давай смоки нажмем. Убьем сейчас вот эту иллюзию. Да-да-да. И смоки на этого, на луну в тройку. Привет, остановочка. Сюда. На ниточку просто сцепил ее. Есть хэп, да как меня бесит этот даун на ЦК, а тут просто кор офигеть. Ой, это вообще печальный файт. Как пройти, как пройти? Куда? А, все. Понимаю. Ошибочка. Ошибочка. Выйти, выйти, выйти. Нам же мид сносят. Чуть-чуть. Хорошо. Дальше, дальше. Да. Пацаны, нам нужно обязательно сломать мид и Т2. Хорошо, уходим. Я там могу сцепить. Т-шку, Т-шку. Убиваем ее. Летела на луне. Улетела луна. Ловите вот этого. Короче, у нас все плохо, очень плохо. Этот парень подойдет, если сейчас поближе, я его, наверное, убью. Не знаю. Он захочет, конечно. А, меня тут даже видно. Прикольно. Иди сюда, дружище. Дружище. Подойди, пожалуйста. Опа, блин, блин, блин. Оп, все, и до свидания. Ага. Ой, пацаны, я сплю. Куда? А, капец, я не увидел его. Пларку нужно убить, пацаны. Он без ВКБ на луне. Неплохой, неплохой файт. Отходим, пацаны. А, ну, круто, круто. 7000 кор. Опять фидит. Окей. Замечательно. Сдохни, блядь.
Я вам даже не нужен. Так, все нормально. Просто юзался на ВК. На ВК, ты уже должен был проиграть эту игру. Да закрой рот, у тебя 3000 ранг, дегенерат. У меня одна игра на 20 такая. Что дальше? А у тебя 200 ПТС в год прибавляется. Я ничего не говорю, нового Motion Spanky. Я за плюс 500. Ага, ага, теперь открой мой дата-баф. И потом закрой рот свой. Не получила. Help, 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 мне help, help. Помогите папу. Я сам себе помогу. Ладно, сейчас байбекну, всех убьем. Ооо! Как же он копает. Го втрон? Го. Не будет байбекаться за 15 секунд. Сзади, надо сейчас типа на сзади. Ну, что-то легкая игра. Без двух сторон выиграли. Ну, как-то вот так вот, пацаны. А вот вам и крутой чат после игры. Подведем итоги. На лоу ММР играют кайфарики. Это самый крутой тип дотеров. А на высоком рейтинге токсичные задроты. Но они хотя бы умеют кнопки нажимать. Оформляй subscribe. Дальше больше. Baby, falling like a lady.